легкий дымок идет на палубе. Наверное, шашлычок жарят. Вон моряк кофеек попивает. Да. Я думаю, через полчаса или через час тут будет паломничество блогеров. Да ты что, такой случай, как можно упустить? Знаете, это просто шоу, если честно. В смысле, такого беды прям какой-то ни для кого, слава богу, нету. Я в этом уверен. Поэтому с легким моральным чувством снимаю. Не надо никого плыть, спасать, там что-то там срочно куда-то звонить. Я думаю, уже все позвонили и все сделали. Это, теперь это просто шоу. Шоу must go on. Очень близко. Вопрос. Знатокам.